Укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества – одно из важных направлений двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. Наглядным примером этого ежегодно становятся гастроли, выступления артистов и обмен опытом. Так, в Нур-Султане организован мастер-класс выдающегося таджикского хореографа Диларом Саторовой. В течение нескольких дней популярная танцовщица будет давать уроки мастерства таджикского национального танца известному столичному ансамблю. По словам гостя, работать с нашими танцорами – одно удовольствие. Вначале я думала, что было трудно, будет трудно, но так получилось из-за того, что у них фундамент очень крепкий, на основе классики у них все уже поставлено. Из-за этого нам очень легко было с девочками, с мальчиками постановку ставить. Я бы хотела пригласить эту школу, ансамбль танца, школа танца, ансамбль танца «Номад». Я бы хотела пригласить, чтобы Министерство культуры пригласило этот ансамбль, чтобы у нас был в Таджикистане в гостях. Мы работали заслуженным артистом Узбекистана, но теперь мы работали с заслуженным артистом Таджикистана. Я была очень рада, то, что мы выучили 3 танца за 3 дня. Это было очень тяжело, но мы справились с такой работой. 3 танца, такие как домбра-базм, танавор и занг. Самым тяжелым это был домбра-базм, потому что там танцевали и девочки, и мальчики, и было очень тяжело схватить сразу движение, ведь они были очень тяжелые. Но мы справились с этой работой, и я очень рада, что у нас все получилось. «Номад» – один из самых известных этнофольклорных ансамблей в стране. Танцоры творческого коллектива зажгли своими выступлениями площадки Ассамблеи народа Казахстана и ООН, а также городские национальные мероприятия. Коллектив ансамбля завоевывал немало гран-при различных международных конкурсов, которые проходили в Италии, Франции, Болгарии, России и ОАЭ. Репертуар ансамбля составляет более 20 танцев народов мира. Теперь в их числе и таджикский народный танец.